Все приходит с опытом. Для ускорения улаживаю ленту. Углы у меня залью изолентой, чтобы не пробивало, мало ли. Сразу сейчас все уложил. Все, периметр как бы отбили. Будем паять и соединять контакты между собой. Предварительно два кольца первых, которые были уложены, проверю через блок питания, все горит, все работает, поэтому немножко время поджимает. Хотелось бы сегодня установить ее обратно на потолок и подвести через блоки питания к выключателю, чтобы можно было уже назад люстру не вешать в времянку. Вот у нас дорожки идут, здесь вот 12 вольтов, плюс с этой стороны, здесь с этой, здесь минус с этой, нам нужно это все соединить аккуратненько, чтобы у нас получилась замкнутая цепь. Приблизительно смотрим, сколько нам надо. Перед тем, как паять немножко, смотрю, подгинаю. Все. Здесь у нас минусы рядом. Я их могу соединить с обычной перемычкой. Точечно, не перегревая ленту и диоды. Плюс там стоит без изолятора, но минус с изолятором провод, поэтому замыкания не будет. Все, весь периметр у нас пропаян. Все, есть у нас сес, минус, плюс. У
нас получится, проверяем отдельно этот квадрат, отдельно этот, а потом, когда выведем все соединения в одну сетку, они будут работать одновременно. Проверить можно в любой точке. Давайте проверим начало первого квадрата. Прямоугольник. Плюс-минус. Нашли соединение. Удобно, где пайка произведена, например, даже заводская. Одна из линий горит. Работает. Проверяем вторую. Ярко немножко тут датчика прямого. Вторая линия тоже работает. Проверяем. Второй прямоугольник. Работает, может и светится. Все работает, так? Сейчас фиксируем термоклин и делаем выводы. У нас получилось, просверлил отверстие рядом места пайки. В эти места пайки я буду производить соединение основной линии подвод. Сейчас таким же макаром сделаем еще эти два.
сможем подключить блоку питания и увидеть, как горит вся конструкция. Сейчас. У меня идет один прямоугольник, почти два 5-метровых кольца. Получается, брал с расчетом запасом блоки 30% мощности. Блок будет два блока стоять на каждом прямоугольнике по 150 ватт, на 12 вольт выходная мощность. Поэтому к одному блоку мы можем подсоединить. Сейчас подсоединю верхний прямоугольник, посмотрим, как оно горит. Можно оставить в повышенном состоянии. Здесь не позволяет. Ну, посмотрим. А, это я подсоединил ниже. В таком исполнении. Вот так вот светит нижний. В принципе, в комплексе, когда они вдвоем будут сверху светить, по идее света должно быть достаточно. Две линии, ну, посмотрим. Сейчас отключу и проверим еще верхний, чтобы убедиться при монтаже. Все, должен гореть верхний квадрат. Плюс еще сюда добавится рассеиватель, и свет равномерно должен сверху падать вниз. Все, на сегодня сейчас произведу, не буду снимать монтаж назад на потолок конструкции.